Своей профессиональной победой старшая акушерка Курганского перинатального центра Наталья Баева называет уже само участие во всероссийском конкурсе, который прошел с 16 по 17 января в Екатеринбурге. То, что она станет призером в своей номинации, медработник даже не думала. Прежде чем представлять наш регион на общероссийском уровне, наша героиня победила в областном, а затем и в конкурсе Уральского федерального округа. Наталья говорит, что по уровню организации сложности состязаний отличались, но труднее всего было справиться с собственным волнением. Участниц было 7, по одной от каждого федерального округа России. Конкурсантки были, конечно же, все достойные, потому что на федеральный уровень уже попали самые лучшие из лучших. Познакомившись с ними, конечно, было очень интересно узнать о их работе. Всероссийский конкурс был поделен на два этапа. На первом акушерки выполняли теоретические тестовые задания, а на втором в смоделированных условиях демонстрировали свою каждодневную работу. Практическое задание – это прием родов физиологических, не осложненных. Был макет, был врожденный ребенок, то есть кукла, конечно же, тоже макет, и симуляция условий родов мы принимали. Во время подготовки конкурса непосредственно проводится и обучение персонала, повышается престиж профессии, то есть когда среди многих сотрудников появляется лучше, то есть это в какой-то мере и у остальных тоже поднимает гордость, престиж за свою профессию. В профессию Наталья пришла, поступив в Курганский медицинский колледж. Получив образование, устроилась работать в областной родильный дом. Далее перевелась в перинатальный центр. И вот уже на протяжении 10 лет трудится на благо зауральцев. Профессия акушерки – это, конечно же, очень сложная работа, но очень интересная, потому что вообще, когда женщина рожает ребеночка, это, конечно же, огромное счастье. И мы, может быть, даже очень у нас счастливая профессия, потому что мы непосредственно каждый день получаем частичку этого счастья, участвуя в родовом процессе. По словам руководства центра, Наталья – профессионал своего дела. Она отзывчива и приветлива как с пациентами, так и с коллегами. Мне кажется, любая женщина, которая была у нее на родах, действительно считает ее своей помощницей. И очень благодарна ей за ту работу, которую она совершает. Наталья сама мама, у нее растет сын. И говоря о материнстве, она подчеркивает, что это главная ценность и смысл для любой женщины. А ее предназначение как профессионала – помочь пациенткам запомнить рождение малыша как светлый и счастливый момент жизни. Елена Шевкунова, Евгений Еремеев, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».